Анонс и точно дата выхода 41 серии турецкого сериала «Пробуждение. Великие сельджуки». 41 серия сериала выйдет в эфир 20 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Аль-Парслан поделился с Низам Аль-Мульком тем, что хочет возглавить войско в предстоящем походе, так как он стал причиной битвы. Только Низам Аль-Мульк сомневается в том, что султан сможет это одобрить. Ведь уже на эту роль был назначен Сулейман. Неверные, словно стервятники, желают смерти Аль-Парслана. Помимо этого, известно, что кто-то из династии следит за ним. Кикауменос загнал Аль-Парслана в ловушку. И когда он выбился из сил, то пришло время расплаты. Кикауменос достал тот самый кинжал, которым по вине Аль-Парслана убил своего собственного сына. Когда Кикауменос хотел убить Аль-Парслана, то он вспомнил его. Он увидел на лице шрам, который Аль-Парслан оставил в детстве. Аль-Парслан обратился к Тугрулу с просьбой о том, чтобы ему разрешили возглавить войско. Тугрул стал интересоваться у Аль-Парслана, уверен ли он в своем решении. Акчу считают предательницей, но она с помощью Всевышнего загонит их в яму, которую они сами для себя вырыли. Кикауменос хочет получить в свои руки Марию, для того, чтобы отомстить ей за предательство. Напомним, 41 серия сериала выйдет в эфир 20 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!